Привет, ребята! Сегодня мы будем играть Too Late Ixie. Наконец-то я смогу его записать для вас ролик. И мы в него будем играть. Я вообще не знаю, про чё тут меня просто... Вдруг послал файл, чтобы я скачал эту штуку. Я вообще не знаю, про чё это будет. Нет. Если тут Ixie, значит это... Про какую-нибудь игру. Наверное, про Покемона, Соника или про Марио. Потому что это они в 22-м году начали хайпить. Но уже припоздал мы. Все равно я для вас буду делать ролик про эту игру. Подписывайтесь, чтобы быть очень милой птичкой. А мы начинаем. Ребята, это уже как-то крипово выглядит. Звук такой. Ну, мы же россияне, русский. Конечно же. Алле. А, это про Марио. Кстати, в третью, это... Угадайте, угадайте, третья часть. Вот ставочка, как обычно, только Switch'а нет. Это что, это листик какой-то? Это кепка Уиджи. А Уиджи, что ли, умер? 2022 Nintendo. Класс! Начинаем игру. О, любимая музычка. Да. О, управление тут удобное, кстати. На приставке удобнее. Скучаю по тебе, брат. Да, наверное, одного плеера нет, потому что второй плеер слегка сдох. Чё такой быстрый? Вот так... Да, ну и тоже как в одном... Иди наш Марио 85 пока... Это видели? Я вот так шел, а тут какая-то вонючка вылезла. Я хочу бурундучком стать. Эй, чё же отсюда бонус не выпадает? Ну сейчас, ну что? А что если тут, я не знаю, в трубу залезть? Просто была пасхалка. Ребят. Дядя, может, не надо? Я. Что я? Чё Марио рвёшь? Не могу продолжать в том же духе. И что, ребята, я просто болею. Ну, даже в такой... Я очень сильно болею, поэтому... Я даже... Я для вас на видео... Уиджи... Чё он так дебил? Мне кажется, это хорошим не кончится. Не, фиг тебе. Я знаю, там какой-нибудь страшный Уиджи будет, как в Марио. Я лучше назад попрусь. Мама, и я чуть не сдох. Чё играет? Ты кто такой? Ты чё спёр кепку Уиджи? Да что ли создатель игры, что ли? Я, кстати, помню, просто там на иконке был вот этот фикс. Это, я этого создателя знаю, он еще Марио 85 на телефоне создал. Он всё на телефоне создает. Я не понял. Я скучаю по тебе, брат, класс. Буду вас затягивать. Я прошел и... Когда я за маленького Марио играю, как-то странно выгляжу. Сотый раз, потому что я 100 раз уже умирал почему-то. Давайте летим. Мама Мия, может не надо?
Все, я от тебя отвернулся, Фил. Ты что, как дебил говоришь? Ты кто такой? А, это хрень из трубы на меня выглядит! Ой, не обосрался! Ты, дорогой брат! Мама мия! Мама родная! Эта игра только началась. Класс. Она мое лицо покажет. А! Кыш от моего экрана! Вали отсюда! Даже не думаю, свою рожу покажут мне. Я не хочу твою рожу вонючую видеть. Из твоего рта, наверное, воняет. Бу, классно. Марио, и куда ты падаешь? И куда ты падаешь? Марио, куда ты упал? Это что такое? Это что такое? А, это у всех играх так из-зешных. Тулейт, наверное. Спорим, там тулейт. Тогда ставь лайк, если там тулейт будет. Давай. Если там будет ставь лайк, и я, кстати, сделаю стрим потом по ЧГ. Ну и скажу, какой, конечно, номер. Давайте. Давай, подписывайся, ставь лайк. И мы начинаем играть в новой части. Ой, что я задал. Тутру. Кем он был? Да, правда, кем он был? Какой-то сранью с длинным ртом. С которого наверняка, говорю, же воняет. А музычка такая странная. Мама мия. На него посмотри, что он тебе не призавалил. Вон. Есть секретные концовки. Мама мия. У меня одна жизнь. Ой, простите. Ой. Кем он был? Сто раз повторяется. Чё монеты убрались? Давайте заспидраним этот уровень. Это задал. Я вот так буду идти.
Что так лагает? М. Фу! А как он умер, кстати? Наверное, в конце игры мы так и узнаем. Это, видимо, музычка из задом наперед. Шум всегда в таких играх. Эми. Я, видимо, правильно сделал. Все, я буду прятаться. Все, фиг тебе. Я за каждую эту буду прятаться. Ты издеваешься? Как этот уровень пройти в Унике? Давайте попробуем. Мне кажется, эту игру не пойду. Мясо у нас... Короче, ребят, давайте посмотрим, как у нас схавает. Мама Мия. Игра кончена. Значит, мне заново не надо будет проходить. Спорим на, не знаю, на 1000 лайков. Ну, короче, просто поставьте все лайки, что он сейчас скример сделает. Что я знаю в всех играх так. Короче, ставь лайк. И нифига не страшно, если вот твоего рта, наверное, воняет 100%. Но нюхать я не собираюсь. Попробую еще раз. Короче, ребята. Выходим из этого дебильного приложения. С вами был Птичкин. Ставьте лайк. И потом мы будем смотреть, ну, короче, будет обзор на прохождение Декарта с вот этой фигней. Ну, Декарта на 100% должно быть, если он Марио 85 проходил. Подписывайтесь на Декарта. Короче, видео кончается, ставьте лайки. А я погнал снимать видео про Чикенган. Прям для вас.